Коробка храбрости – это набор для творчества. Детям, которые находятся в стационаре, они помогают чувствовать себя бодрее, веселее и не бояться медицинских процедур. Такие подарки для маленьких пациентов подготовили одинцовские активисты, представители местного отделения партии «Единая Россия», сторонники партии, члены окружной общественной палаты и молодогвардейцы. Храбрость нужна для того, чтобы и уколов не бояться. Ну и вообще, жизнь сегодняшняя наша, она полна неожиданностей, страхов каких-то, чтобы у детей не формировались как раз-таки вот эти страхи. Ну а коробка храбрости, берем давай карандаши, ну-ка доктора сейчас мы нарисуем. А как он укол делал? А ты не боишься? Вместе с коробками храбрости активисты привезли в больницу детский столик и короб-стеллаж для хранения игрушек. Все подарки они приобрели за личные средства. Дети, которые здесь находятся, они одни, около 30 детей, лежат в данный момент в больнице. И приобрели, чтобы они занимались художественным, рисовали. Медперсонал больницы с радостью принял подарки для детей. Врачи отметили, что коробка храбрости действительно имеет терапевтический эффект. И выразили благодарность участникам акции. Все подарки, которые нам дарят, мы выставляем в игровую палату. И маленькие пациенты, которые у нас лежат, пользуются, рисуют, книжки читают мамы, да, детям, игрушками играют. Благотворительная акция приурочена ко Всемирному дню педиатра и Дню ребенка. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».